Всем привет, ребята! Мне тут добавили комментарий, удовлетворили лайком и 6 просмотров. Неплохо. Поэтому сегодня мы продолжаем играть в Папу Луи. Но на этот раз у нас мороженое. Так, новая игра. Альберто. Ну-ка. Станция обслуживания. Станция строительства. И станция микса. И станция топпингов. Круто. Сегодня у нас сладенькое мороженое. А не простое, а в стаканчике. Ванильное, клубничное, сливки, шоколад, присыпка. Может, хватит? Пощади. Да. Если вы не кушаете, то идите и покушайте. Или приготовьте что-нибудь сладенькое. Ага. На центре должно быть. Отлично. Оп. Отлично, отлично. Слишком много отлично в одном предложении. Так. Должно быть наполовинку, да? Я прям ощущаю этот запах. Крем. Ну-ка. Добавим чуть-чуть. Чуть-чуть. Когда слишком много, тоже нельзя. О! Идеалити! От такого мороженого точно слипнется. И 3 вишенки. На десертик. Витамины тоже организму нужны. Ну, 98, 98, 100, 100. Отлично. Теперь вы все знаете. В Папа Луи Фризерия. Удачи вам. Хорошо. Воу, шоколадная. А это что за начинка? Бисквитные пирожные, блин. Да, хочется кушать. Приятного аппетита, если вы кушаете. А дальше я уже говорил. Да, это такие печеньки. Ммм, вкуснятинка. Все шоколадное. Ну-ка. Идеально. Промахнулся еще чуть-чуть. Вот так вот по всему. Орео еще. А, нет, это не Орео, это Кримио. 87. Что тебе не понравилось? Идеально же все. Ну-ка, билдинг, миксинг, топпинг, с топпингами что-то. Ага, ранг первый. Продолжить. Юта, блин, как это произнести? Печеньки, новая добавка. Блин, как произнести это имя? Короче, это Ютан будет. Угу. Отличный заказ. Оп. Монетки, монетки, отлично. Вот бы был бы и в реале такой автомат, который... Если ты все правильно делаешь, то он тебе монетки за это отсыпает. Вот было бы шикарно. О, здравствуйте, я как чуял. Так, главное не передержать. Там мороженое. Так, ваниль. А, это Мэнди, которая была в прошлый день. 3 вишенки. Как обычно. Так, молоко.
Я молчу, потому что испугался, что делаю не то. Так, а у нас, походу, дела еще и стаканчики будут разные. Ну же, давай. Да, приготавливайся. Отлично. Интересно, а что если оно прям супер перемешается? Оно что, от этого хуже станет? Это ж мороженое, оно не подгорит. Как пицца. Вот так вот. Главное не перепутать. Ну как? Перфект! Просто идеально! Я хороший повар. Так, здравствуйте. Тут у нас уже скоро снимать. И раз, два, три, четыре, пять. Ну? Угу. Мэтт. Как мэтр. Угу. Понятно. Ой-ой-ой, зло. Это какой-то customer closer. Very picky about their Sundays. Will Towser. Если б я знал еще английский. Ну, в общем, это критики. Они, из-за них мой ресторан может закрыться. Да у кого рука поднимется? Тут такое вкусное мороженое, оно по фэншую прямо делается супер-пупер. Интересно, а ничего будет, если злой клиент подождет? 98. Getting started. Но я уже не started, я уже... Так. А я надеюсь, злой клиент может подождать. Потому что у меня тут вообще ничего не готово. Так. Угу, шоколадно. Необычный микс. Я не знаю уже, что комментировать. Это становится скучно. Тарантан. Ну ж, давай. Уже быстрее. Я час уже тут жду, давай. Угу. Так тихо, главное, не передержать. Ага, а то критик обидится и поставит плохую оценку в интернете. Так, дальше у нас шоколад. Вишенка на торте. Мэтт, ну как тебе? 96. Ну, не так уж и плохо. Но если мы сейчас не поторопимся, то все, нас закроют. Понимаете? Сейчас, ну-ка. Куча орешков насыпем. Чем больше орешков, тем лучше. Как говорится, сверхурочные. Ну, кахуна. Что? Он подождал. Короче, я сделаю для него прям идеальное мороженое. А, какая вкусняшка. Ну-ка. И ранг второй. Ставьте лайки для продолжения этой рубрики, этой игры. И мы обязательно поиграем. Значит, знаете, пишите комментарии, короче, что вы хотите видеть дальше. Если лайки там и просмотры наберутся. В чем я сомневаюсь на самом деле. О, Мэтт. Мэтт пришел. Мэтту понравилось. Мэтт, дружище, для тебя все самое лучшее. В общем, пишите, что именно хотите видеть. Пиццерию или же вот это вот мороженое. Буду рад записать что-нибудь такое. Так, кто там еще?
А еще у нас тут есть значок типа открыто-закрыто. Когда мы закрыты, у нас уже вообще никто не может прийти. О, Мэнди, еще раз. Наш постоянный клиент. Отлично. Вообще сейчас будет шикардос. Три вишенки, да, как обычно. Блин. Это на самом деле интересная идея. Вот так вот в кафешке приходишь и говоришь, что именно тебе надо. И сам как бы создаешь для себя новые вкусы, а не выбираешь из того, что есть. Это прикольно было бы. Там гамбургеры. Для себя делать. Это было бы интересно. А еще они мне платят вообще. Они мне платят за сам товар. То, что я им даю. Или только чаевые. Блин, вот бы в жизни было как в Папа Луи. Если не понравилось, не заплатил. Или заплатил меньше. Так. У нас тут клиент ждет. Клиенты ждать не любят. Я на себе это знаю. Три вишенки, давай-давай. Поторопиться надо. Ну как? Нормально, 99. Ну-ка. Делаем для дедули на этот раз. Черника. И ванилька. Блин! Я, короче, капитан Кори. Ну ладно, сейчас капитан пришел после работы и решил заценить наше обслуживание. Ну, сейчас попробуем. Я, короче, не то сделал. Так, это клубнику. Там надо было ванильку, а я сделал клубнику. Что ж такое? Вроде бы простецкая игра, вот ошибется только лошара полный. Вот и я, собственно, лошара полный сейчас. Ощущаю себя им. Полным идиотом. Как я мог это перепутать? Белый и розовый. Я на один глаз, короче, дальтоник. Ну ничего страшного, пусть новый вкус попробует. Орешки, клубничка. Вернее, не клубничка, а вишенка. Уже договаривались. Клубника и вишня — это вообще разное. Вали, ну-ка. 89. Несмотря на то, что вообще другое. Так, крем. Клубника. А тут у нас клиент любит клубнику. И вишенка. Ну? Отлично! Черри в топе! Самая лучшая вишенка в мире! In the best, in the world, in the galactic, in the space, in the Млечный Путь. Да, вот это ЧСВ. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Третий ранг, круто. Угу. Четвертый день. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Тут магазинчик есть, ого. Ставьте лайки для продолжения этой рубрики и пишите комментарии, что именно хотите видеть под эту рубрику. Тут есть очень много всего. Игр. В смысле. Ну, в общем, всем пока.